Привет всем, с вами канал Болливуд. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставим пальчик вверх этому видео. Одна из самых влиятельных пар Болливуда, Амир Хан и Киран Рао, подали прекрасный пример многим супружеским парам. Дуэт, который связал себя узами брака 28 декабря 2005 года, просто становится лучше день ото дня. И вот все уроки их отношений, их брака, их преданности друг другу. После того, как он был женат на своей первой жене почти 16 лет, Амир связал себя узами брака с Киран, и их связь крепла с каждым днем. Даже будучи замужем за суперзвездой, Киран никогда не чувствовал ни малейшей неуверенности. Именно так приземленный и домашний Амир Хан заставляет ее чувствовать себя. Они оба лучшие друзья, равные во всех сферах жизни, и никогда не думают, что один стоит выше другого в любом отношении. Она хотела посвятить все свое время своему ребенку. Он никогда не возражал. Он был очень занят работой. И несмотря на их беспокойные графики, в их соответствующих сферах они находили время друг для друга и всегда поощряли друг друга жить своей мечтой. У Киран было несколько выкидышей, и поэтому она была слишком слаба, чтобы зачать ребенка снова. Как однажды сказала Амир в интервью, для него здоровье жены было на первом месте, и поэтому, не думая о том, что скажут другие, он и его жена прибегли к суррогатному материнству, и теперь они гордые родители сына Азада. Амир процитировал: «Мы очень гордимся всем этим. У нее было несколько выкидышей. Мы поняли, что слизистая оболочка ее матки очень тонка, чтобы она могла выносить ребенка в течение 9 месяцев. Вот почему мы выбрали именно этот метод. У Амира двое детей от первого брака, и Киран находит их очень воспитанными». Она цитирует: «Я люблю их, они просто прелестные дети. И я думаю, что Рина проделала потрясающую работу, воспитывая их. Это теплые, ласковые, умные, приземленные дети». Амир Хан сказал: «Я очень ценю те 16 лет, которые мы с Риной провели вместе. Я питаю к ней глубочайшее уважение и любовь. У меня это всегда будет. Она обладает огромной силой характера и терпения. Она ценная часть моей жизни. Возможно, наши отношения изменились, но ничто и никто не может отнять у нас то, что мы разделили». Киран тоже очень уважительно относится к Рине, и между двумя дамами никогда не было никаких споров. Киран и Амир всегда стоят друг за друга, поддерживая друг друга в трудную минуту. Это очень важно между супругами. Амир сказал про Киран: «Я люблю ее энергию, она очень яркая и позитивная, она успокаивает и исцеляет меня. Киран внесла огромный вклад в меня, в мою личность и в мою очень беспокойную жизнь. С тех пор, как она вошла в мою жизнь, я чувствую себя гораздо спокойнее». Киран говорит про Амира: «Амир хороший человек и в то же время невероятно талантливый». Так она описывает его в одном предложении. Она также восхищается его чувствительностью и продолжает говорить: «Мы очень счастливы быть вместе». О том, как она себя чувствовала, когда впервые поняла, что была влюблена в него: «Он тот, с кем я действительно хочу проводить больше времени, и он тот, кого я хочу знать лучше, но я влюбилась в него довольно рано. Через пару месяцев интимного общения с ним я попалась на крючок. Мы начали встречаться в 2004 году. Поначалу я не была уверена, что смогу подружиться с суперзвездой, но во многих отношениях он настолько приземленный человек, что за 4 минуты разговора с ним вы забываете, что он звезда. Мы любим друг друга, и наша дружба по-прежнему является основой наших отношений. Я переехала к нему, и ни один из нас не был зациклен на браке. После года совместной жизни мы решили пожениться».